Вот так вот мы носим дрова. Да, это называется хапка дров, вагон тепла. В доме Галкиных утро начинается, как и во многих деревенских избах, с растопки печки. Без нее ни дом обогреть, ни еду приготовить. Только в Доброволевке эта мера скорее вынужденная. В сельской администрации местным жителям пообещали провести газ в деревню. Теперь ждут. Глава сельской администрации Исаев Александр Александрович пригласил нас на собрание. И, значит, на этом собрании он нам объявил, что мы вошли в нацпроект по газификации деревни. Ну и предложил для этого, как бы для ускорения, сказал, что если сейчас деньги соберем, то в 2010 году будет газификация. Вот прошло уже 4 года. Собрали с нас по 8800 рублей. Сумма вышла солидная, более полумиллиона. Кто-то из местных, видимо, на радостях даже печку сломал. Поторопились. Еще я ему говорила, он пришел вот к нам, я говорю: Александр Александрович, вы не обещайте на 10-й год, а вдруг у вас не получится? А здесь пенсионеры, они будут в надежде. Нет, 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 только в 10-м году. У меня в Нижнем, у меня связи в Нижнем и в Москве. Ну ладно, значит, собрали деньги, потом никакого газа нет. И вот потом были перевыборы, его переизбирали. И вот он говорит: если вы меня не изберете, никакого газа не получите. О судьбе проекта газификации, на который сбрасывались, сельчанам сейчас ничего не известно. Они опасаются, что сданные деньги оказались еще более летучей субстанцией, чем газ. Тем более, по их словам, глава местной сельской администрации Исаев уже давно с местными жителями не встречается. Поговорить с ним нам удалось только по телефону. Данный проект экспертной документации находится сейчас в районной администрации и один экземпляр в Министерстве сельского хозяйства. Через так как будет программа идти через Министерство сельского хозяйства 90% и 10% через район. Но по факту, кроме проекта, который за 4 года наконец-то был подготовлен и сейчас получил все положительные заключения, ничего еще не сделано. В Пильнинской районной администрации говорят, что пока Доброволевка даже не стоит на очереди в программе газификации. Сейчас самая главная задача, это чтобы наш объект был включен в областную целевую программу. Если по деньгам у нас получится в этом году, вот, возможно, будет построен газопровод. Но такие обещания добровольцев уже не греют. Между тем, зимой в деревне живут около 70 человек, большинство – пенсионеры. А цена газопровода – около 8 миллионов. Но неужели им опять сбрасываться? Сергей Томилин, Сергей Пермовский. Объективно, ННТВ.